Исходное положение Кагасана. Отсюда переходим в Ватха Мокшасану, собаку головой вниз. И далее медленно через Кагасану присаживаемся в Ардха Навасану, полулодку. Здесь медленно присаживаемся на пятки через Кагасану, Ардха Мокшасану. И далее повторим несколько раз. Более сложный вариант – это виньясы, когда из Кагасана мы выходим в положение дельфина или Ардха Мокшасану на предплечьях. Отсюда снова через Кагасану медленно присаживаемся, переходим сразу в Ардха Навасану. И здесь также медленно поднимаемся, переходим в положение дельфина. Виньяса повторяем несколько раз.